Доброе утро! Какао с деда останется тут еще и нам. Какао приготовила деткам. Сейчас будут кидать. Я маленький, что больше. А ну-ка кидай. Лапка, да? Ага. А Антохи сейчас будет пучеглазик. А ты его вниз головой опустил. Я хочу, чтобы он нырнул, его глаза не видно было. Угу. А вот это красиво. На фон ты еще будешь? Да. Оля. А почему его не нырнул? Он некрасивый. Антохи. И желтенькую. Давайте по три. Все. А потом еще я выдам. Хорошо, когда вы эти скушаете? Мам. Это сердечко, да? Это любовь. Мелкий, я... Мордочку? Покажи. Улыбку? Ой, я не тоже. Я так и вот эту. Ой, чая сделана. Да? Нет, это вкусно. Маршмеллоу надо вот в какао, именно, а не в чай. Еще один завтрак. Это мой, в Грише без вишни. Просто замороженную вишню без косточек добавила в кашу. И вот сейчас она подостыла. Должно быть очень вкусно. Чашечка кофе и выбираю себе маршмеллоу. Голубенькие кладу отдельно, потому что голубой такой цвет, который красит белые маршмеллохи. Вот, мне нравятся больше всего лягушки. Они, мне кажется, самые привлекательные. Так, еще лапку. Да, у них хоть глазки как-то выпучены. Угу. Медведь. Еще одного лягушоночка. У них так глазки просто выпучены. Да. Все, всем приятного аппетита. Мы с Гришкой завтракаем. А это какао у детей осталось. Мам, надо будет тот... Учим с Гришей уроки. Задали задачи. Так как у нас сейчас в школе немножко дурдом, потому что нельзя прописи покупать, а у нас уже такая программа, которая по прописям, поэтому вот некоторые задачи Людмила Валентиновна со своей книжки, да? Нам это так что? Задачу я это не могу понять, как делать. Давай. Мы с мамой уже вяжем вовсю. Мам, вы во сколько сегодня? В 6 утра даже приехали? Да нет, в 7. В 7? Да, в 7. Смотрим сайбелей, как они отдыхают в Египте. И нам тоже хочется. Потому что у нас похолодало, да? Прям утром вообще дети в куртках, да. Пошли. 10 градусов или 15, уже у нас... Не, ну если б наоборот было, если б мы бы с зимы 10 градусов тепла, да, мы бы уже без шапок бы в футболках. Я сейчас повезу коробочку, маршмеллоу, пряник, отдавать. По-моему, очень милашно. Пряники, маршмеллоу, это просто моя любовь. Мы с Антохой. Нет. Ну иди пешком. Нет, значит, вот для люкса остановишь. Остановим, мы в люкс сегодня зайдем. Да. Завезли маршмеллоу с пряником. Мы сейчас едем по улице. Да. Я где-то здесь видела красиво так во дворе. Все беседка, так все прям розы, какие-то эти. Ну, вот эти вот журавлики, всякие статуйки. Вот, по-моему, вот тут. Вот и ёлки какие голубые. Да, и вот здесь вот даже какая-то избушка классная. А, это мельница, да? Это какая у нас улица? Я даже не знаю. Здесь, короче, живет Оксана. Ехали в люкс, а тут родня. Красивая сегодня. Куда-то собрались. А мы тут с Антохой всего накупили. Колбасы даже купили, да, Антоха? Да. Вязанки Антошка выбрал. Мы обедать сегодня доедаем зеленый борщ. Ну, вернее, он красный, но с яйцами и со щавлем. Еще соленые малосольные огурчики, которые я делала, уже кушаем. Уже даже вчера и позавчера. Ну, в общем, на следующий день мы уже их ели.
Вот, купили еще колбаску, сыр, хлеб черный. Я вот этот вот очень люблю. Из поселка Украинского его нам привозят. Антоха окорочок выбрал. К сожалению, только один был. И купили еще горчицу. Вот это вот мне нравится. Это в станице Елизаветинской производят. Надо говорить, что привезли 100 корочков. Да. Приготовила деньги Гришке на питание. Не знаю, мы обычно, ну, сказали, что льготники 725 рублей, но, ой, 690, но сегодня почему-то учительница написала, что 725 рублей. Что? Ну, приготовила 725. На, бери деньги, складывай. Мам. А. Так. Я сейчас уже буду монтировать видео, отвезла Григория. И понимаю, что я хочу уже новый компьютер, новые программы для монтажа, новый телефон. В общем, хочу кучу всего. Так что вот так вот. Сейчас монтирую, пойду еще развешу белье, сделать нужно тесто еще пряничное. Не знаю, успею ли сейчас или уже вечером буду этим заниматься. В общем, мне не скучно. Сама себя, знаете, тут смеялись девочки по поводу самозанятости. Я говорю, сама себя заняла, родила себе троих детей, записала их каждого на два кружка и занимаюсь. Вожу их, одного в 11 забрала, другого в час отвезла. В общем, мне скучно. У меня же сегодня радость, представляете? Я сегодня купила сковородку. Вот это не стала ждать скидок в Магнит Косметики, хотя можно было бы подождать. А все почему? Потому что сегодня мой муж захотел пожарить картошечку и сказал, что нужно главное купить сковородку. Вот это вот побольше. У нас 26 диаметр, вот это и 28. Сделана она как будто бы из чего-то очень-очень хорошего, из литого алюминия. Вот, крышка у нас дома на нее есть, стоила она в Магнит Косметике за 1800. Но я надеюсь, что она действительно очень хорошая и что она нам прослужит долго, потому что сковородки это такое, ну, такой предмет, который, знаете, каждый день покупать не будем. И какую-то там за 500 рублей, которая очень легкая, это не самая тяжелая, но она и не легкая. То есть я вот по этому принципу выбираю обычно сковородки. Вот, поэтому ура! Сегодня мой муж будет жарить картошку. С таким условием, что я ему ее начищу. Вот я начистила картошечки. Сейчас повезу детей на футбол, буду его ждать дома, и картошка будет его ждать дома. Вот, так что вот такая вот красота. Забрала Афоньку, мальчики на футболе. Заехали с ним в магазин. Афонька выбрал вот такие заварные пироженки. Мне, знаете, что понравилось? Что они хранились в холодильнике. То есть это, мне кажется, такой большой плюс и кусочек сала. Купили. 310 рублей стоит соленое уже сало у нас в магазине. Пошли открывать. Иди ножничками под навесом разрежь, хорошо? Папуля готовит. Пап, привет. Ну, поздоровайся. Здравствуйте! Ну, что ты как это? Ты не актер как будто. Как, у кого самая вкусная жареная картошка? У Афони. У кого самая вкусная жареная картошка? У Лейса. Это Афони я оставила, а то мы ему обычно не оставляем. Да? Это у нас такой маленький. Антошка идет. Забрал с собой сегодня перчатки с карате. Я вообще сегодня не был. Я тебе почему и говорю, зачем он их брал? Я ж не знаю. Потому что я не был вратарем. Я думал, я буду, а мне никак нет. Они вообще... Чем это так вкусно пахнет? А вот оно чем вкусно так пахнет. Вот, картошка наша готова, но не наша, папна. Если томат, прям такой бокальчик, как будто у меня вино, да? Как будто кровь. Как будто кровь мужа. Ты скажи, как сковородка? Хорошая? Хорошая, но... Сало нехорошее, да? Сало нехорошее. Сало не вытапливает, не уменьшается. Да, да, да. Какое-то странное.